Так, ребят, всем привет. Сегодня будет не очень долгий стрим. Почему? Потому что я сегодня поеду в деревню, но он будет, как бы. Я думал, что вообще не буду стримить сегодня, если честно, как бы. Но складываются обстоятельства так, что я все-таки постримлю гоу ФСК. Больше я стримить, скорее всего, ничего не буду. Вот. Ну, в общем-то, мы разберемся с этим моментом. Сегодня, правда, тут интересные достаточно такие турниры проходят. Так что будем начинать понемножечку. Так что понемножечку начинаем. Задержка 2 минуты, помните об этом. Гуф ОСК сегодня постримлю. Я вижу уже много знакомых лиц здесь. Точнее, пару знакомых лиц. И вот еще одно лицо арта тут интересно. Вот. Короче, Ку здесь есть. Блай Браток точно играет. Димага играет. Я перечисляю наших. Хиллер, но это не наш вроде игрок. Тут еще украинские флаги есть. И... Так, ЛД. Это Overdose такая картинка была. Overdose, что ли? Стрэнджа, по крайней мере, я не наблюдаю. Lightweight. Наш знакомый из чатика, товарищ, есть здесь. Стрэндж учится. Наверное, я не знаю, может быть, Стрэндж решил не играть просто. А у него сегодня еще... Текст. Стрэнджа что-то не видно. Ну, в общем, ждем сетку. Ладно, короче, не суть. Есть наши игроки. В любом случае будет за кем пронаблюдать. До каких стадий они дойдут, пока непонятно. Вот. Привет, Илюх, привет всем. Короче, ребят, сегодня гоф ОСК, плюс потом поеду я в деревню, в общем-то, сегодня больше ничего другого не будет. Вот завтра уж приеду, может, вечерком постримлю, но вообще завтра, как бы, я планирую. Потому что в Москву поеду в среду, как бы, и, ну,
Был за лето один раз в деревне, что это такое, как бы на дедушке съездить, да и гриб, за грибами хотел сходить. Завтра схожу, вроде и погодка такая, дожди сейчас идут. Вот. Всех я очень-очень рад вас видеть. Но я вам говорил, что первая половина сентября, она такая будет, не такая плотная, как предыдущие месяцы, но стримы будут проскакивать, тем не менее, как бы, да. Вот. Во вторник, да, наверное, будет что-нибудь, как бы. Но во вторник будет днем, скорее всего, потому что почему? Хотя я даже не знаю, там годовщина смерти моей, ну, нашего старого друга, как бы, который сам решил, что нужно ему туда вот поедем его навестить. В общем-то, во вторник мы. Так что вот так вот. Короче, как получится, ребят, не знаю. Но в любом случае, после приезда 13 числа будет стримов много. Так что вот так вот. Поэтому обещать не буду. Так, погодите, проверю-ка я отвечок. Сейчас что-то непонятно, работает он или нет. Написано, что работает, но... Ну что, два человека, вижу, сидит, работает, отвечи-то нет. Да, работает Twitch. Отлично. Сейчас я добавлю на Team Liquid тогда. Так, где могу не вижу. Стрэндж вроде онлайн. Камера пропала. Куда она пропала? А, вот она пропала, да, все понял. Так, Тимагу чуть не наблюдаю. Пока не написать. Стрэндж говорит, он за Риган, я что-то его просто не заметил.
Так, ребят, ну короче, ждем сетку. Ждем сетку и будем начинать понемножечку. Что тут, пока я сам в ожидании вместе с вами. Вот. Пока стрим на главную выйдет страницу, пройдет время. Странно. Где мой-то стрим? Чё-то не наблюдаю пока. А, вот, все вижу, тебе же на главную он попал. Здорово, Кингалвис. Здорово, Холлинджер. Здорово всем вообще. Так, не понял, Турбет, что ты там против моих наушников имеешь? Опа, сетка появляется, сетку вам скидываю я, ребят. Thank you.
Так, ребят, короче, ждем начала. Сейчас я вам сетку покажу. И будем думать уже, куда врываться. Вот. Ко уже что-то ожидает. Что он там ожидает? Давайте-ка прыгнем к нему. Так, ребят, проверяем сетку. В верхней части сетки снуд посеян. Ниже, ну, хиллер это не наш вроде игрок, просто русский флаг. Нам шар, так, Рейнер, Крузер, Овермайт, МК, револьверчик играет, но сегодня смотрю. Вот. Ну, что же, интересно. Ну, у него нету в первой туре игрока. Вот у второго, кстати, Соки будет достаточно интересный такой момент, я бы сказал. Можно было посмотреть. У Стрэнджа тоже нету оппонента. Вот он. Блай недалеко от Стрэнджа, но он в нижнюю часть сетки идет, кстати, в противоположную, я так понимаю. И у Блая супер во втором туре, похоже, что будет. Ой-ой-ой, надо к Блаю прорываться, похоже. Ну что же, смотрим вниз, ну а внизу что внизу? Тут, собственно, ничего особо нет у наших. А Димага, а вот браток есть еще браток. Димаги, я что-то вроде был за Регином, но не видно, что он, походу, не прошел этот... Ну, вы поняли. Чекин не прошел. Так, а оппонент у кого есть вообще? Я что-то не заметил. Ты не вижу игроков, сейчас Ctrl-F на поищем. Ага, Мегамен и потом и Лейзер у кого будет. Ну что же, тоже интересные такие оппоненты. Задержка 120 секунд. Вижу вопрос про задержку. Есть что-то Мегамена, походу, кого не найти. И налью-ка я чайку, которого я заблаговременно заварил. Пожалуй. Что-то у Коу тоже пока никого нету. Тут у пани... Так, телефон забыл. Телефон на зарядочку поставить, а то... Что-то он сел там весь, бедняга. Так, что-то тут пока ни хрена, да, не происходит. Блай что-то где-то АФКшит, пока не видно его.
Все, чел вроде здесь появляется. Это чел Мегамен. Кингс Мегамен. Это не просто Мегамен, это Кингс Мегамен. Короче, ждем начала. Ребят, 120 секунд задержка. Стандартная абсолютно задержка. Ведь я же из игры стримлю, ребята. Моки 111. Привет, всем привет, ребят. Кто недавно подкатил только. В общем-то, сейчас раскочегаримся мы в ближайшее время, и будет интересно, я уверен. Ну что, Куб против Кингс Мегамена, Бу-1, ну это так, на закусочку, на разминочку, ребят, почему? Ну, потому что явно, как бы, не оппонент для Куба там какой-то, я даже не понял, какая лига. Слабенький, короче, игрок. Блай говорит, окей, как будет оппонент, как заценим. Возможно, мы Блая. Здесь у нас второй барак пошел. Ну, видно, посмотрите, что это даже, наверное, не алмаз, скорее всего. Почему? Барак достроился, пошли еще бараки, орбиталка не делала. А, то есть это масс-бараки с мейна просто. Без орбьема и рабочий строится. Что? Да не, это вообще какой-то, ребята, провал. Мы смотрим сейчас, ну, давайте, в общем, посмотрим, к чему это приведет. Ну, понятно, что это уже, я вижу, что приведет к поражению тирана. Даже если он мариками захочет этими уйти, навряд ли он что-либо здесь делать сможет. Так, адепт вперед полетел. Привет всем, Каракурт. Ну что, адепт сейчас сюда придет. Здесь две лабы реактор. Ну, ни стимпак, ни щиты не заказаны. Что... Ой, орбиталки нет до сих пор. Что за космос вообще мы сейчас наблюдаем, ребята? Адептик уходит. Марик, мародеры вперед идут. Здесь достраивается робот. Достаточно сейчас что? Достаточно заказать иммортала просто. Было бы кул. Но он что-то его не делает, что самое странное, как бы, и... То есть он уверен, что здесь оторвется. Ну, хотя с пилоном, в принципе, соточка энергии есть, он уже точно оторвется, как бы, и... Даже тут Марик один смазеркур сейчас Марика убьет, и все. Призма заказана. Не, ну вот это совсем нагло. Уже еще не отбился, а уже добивать пошел оппонента. То есть он призму делает и блинк. Не скорость-таки адептом, ничего там такого.
Так, заходит оппонент, Коу, сюда надо уверчаш выставлять, выставляет, уверчаш надо, Коу, что ты делаешь-то? Коу, хладнокровно пока не выставляет уверчаш, вот сейчас только выставил, протянул максимум времени, ну вот. Плюс три сталкера, да, короче, все достаточно. Мальчика, юнитов-то много достаточно у тирана здесь, да, как бы. Ну, марики падают, и остаются одни мародеры, с мазеркором можно их поклевать, полетать даже. Призму куда-то полетела, а призма-то полетела, Коу что-то спешит на Глеб, еще три гейта пошло. Ё-моё, сейчас его в лоб пробьют просто за такую наглость, куда он полетел-то? Это будет смешно сейчас вообще. Верчаш выставлен, но его моментально собьют сейчас эти юниты. И как здесь отбиваться-то? Я, кстати... Мне не представляется вообще, как здесь будет Коу отбиваться. Пробочка какой-то вперед поехали. Что за бред-то, ё-мо? Давайте сейчас отдадимся вот такой теме. Не, ну Коу размен пойдет нормально. У него здесь на мейне как бы, ну, есть и добыча. Всего достаточно, в принципе, для обороны, да, как бы. Здесь сталкеры прилетают уже на мейн 6 штучек. Принимают мародеров легкую, как бы. Парочку, да, варп еще двух сталкеров идет. Здесь мазеркор у нас. Септиран сразу наверх поднялся, кстати. Ну, то есть он выбил бы пилон, например, вот этот, и все, как бы, а это обрубило бы все абсолютно, на самом деле. Так, мазеркор куда-то летит, нелепо он куда-то летит, я вам скажу. Имортла, точка сбора, кривая, вперед стоит. Какой Нексус-то, Имортла шата, ё-моё, что он творит-то? Выходит имморталец. Плюс пробочки. И морду по мародерам бомбить. Зу, контроль какой пошел у тиранку. У него ПМ тоже 125, неужели? Пол 180. Там один здесь пол вроде как убил. Не знаю, контроля он там вообще нет. 650 минералов есть. У пол 5 сталкеров варпают. Куда? Не, они все сюда в атаку варпают. Здесь уверчаш выставлен, который мариков долбит. И морду долбит. Мародеров надо добомбить сейчас. Хотя, если убить мариков и соточку газа здесь подкопить, то можно будет мазеркор запилить, как бы, и он сможет убить тупо всех, но соточки газа не будет. Но в любом случае, Коу выиграл. Кстати, тиран может ничью сыграть, знаете? А, хотя, ну, Коу надо, чтобы Нексус точно тогда выжил. Потому что, если тиран сейчас убьет Нексус и улетит хоть одним зданием, ну, вот это ошибка, бараками бы летел вместе с цехой сюда было сейчас. Повесил бы просто бараки, и все, была бы ничья. 100% нищая, я вам скажу. Хотя здесь нету позиции такой, где здание может сныкаться, я так понимаю, да? Да. Горит ЦЦ-шечка, все, здесь пищаль, беда. Сталкер 4 штучки прилетает, сейчас они все отобьют. Все, расконтролил Коу. Бараки не улетели. ЦЦ-х вот чем пытается улететь, сесть, а она даже не орбиталка. Нет, все-таки проиграл тиран. Но самое интересное, что он мог выиграть в этой ситуации же. Ну, по крайней мере, в ничью мог сыграть сейчас. Так, что там такое? Секундочку. Даша звонит что-то. Да. Блин, забыл. Так, ну все, Коу все-таки победил. Мы выходим сюда. Ждем Блая, либо кого-то еще, ребят. Сейчас я окошко прикрою. Открою, точнее, потому что тучи налетели жесткие, темень. Так, Коу с лейзером, судя по всему, будет биться. Я зайду, потому что непонятно, как у других игроков, когда оппонент будет сейчас вообще.
Блая нет, у Стрэнджа нет, ни у кого пока там нет оппонента. Да не, ребят, навряд ли бы Танку проиграл. Вот, но, блин, могла бы случиться сейчас ситуация такая неожиданная. Так, выхожу. Стрэндж уже ждет игру, но у Стрэнджа слабенький достаточно оппонент, а у Блая это супер. Попался он на опасного очень сейчас игрока сразу же. Револьвер тут смотрю, который Соки должен, кстати, играть в обсерверах сидит. Ну что же, к револьверу, возможно, мы тоже успеем ворваться.
Так, ну что, Блай, кстати, решил не прокси хату делать, что самое интересное. Вот вы видите, я смотрю пока сетку, смотрю в чатик, Пептар донатил мне. Зачем мне Пептар донатил? Может, когда-нибудь и донатил, они бы давным-давно там соточку какую-нибудь. Вот. Собаку чем кормить? Можно как бы... Кормим чалика иногда, и, ну там всяким кормом собачьим изредка, ну и кашу варим там с тушенкой, со всякими такими темами, там с какими-то костями там, например. Я бы лучше обычный как бы тушеночку, ну кашу какую-нибудь там с чем-нибудь варил бы, например, потому что это лучше, чем эта шляпа всякая сухая. Вот. Густятся адептики две штучки у супера, смотрите. У Блая 8 лингов мух заказан. Так, ну что, 8 лингов вперед бежит, и еще 6 заказано. У Блая, что самое интересное. Если мы увидим сейчас Evolution, возможно, будет пирог. Еще 8 лингов заказано, смотрите-ка. Блай оббегает адептов, и посмотрите, супер не готов вообще лингов сейчас встретить. У него не мазеркура. Ё-моё, пилон перед застройкой, Блай, грызи пилон. Конечно, Блай сразу пилон начинает грызть. Что-то долго он, правда, это делал сейчас, реально долго. Так, Блай одного линга заводит вперед сейчас. Пилон догрызает. Начинает прогрызать проход здесь себе Блай. Соответственно, три пробки уже уничтожены. Адепты на мейн пришли, пытаются уйти, вроде как часть уходит. 11 дронов Блай делает, 32, 19, по рабам 25, уже 27, 32 по рабочим на данный момент. Ну, лингов сколько у Блая? 10 есть лингов. Ну, честно говоря, из этой ситуации больше можно дэмэджа было бы вынести. Если бы Блай не забоялся сейчас и любимое свое обсгрызалити, например, сделать попытался, то я думаю, что у него все бы получилось замечательно даже вот сейчас. Так, линга пытается на мейн проникнуть и, между прочим, проникает, супер ставит филд в минус себе. Задержка подрешала, я так понимаю, сейчас для супера. Блай видит твайлайт, видит роба. Так, супер законтраливает здесь пробочку все-таки. Блай пытается ее сгрызть, дэмэджиную желтенькую вот эту. Не так-то просто это казалось сделать. Можно на вторую базу сместиться сейчас. Зачем ты, Блай, туда бежишь-то, вообще не понимаю. Так, суперлингов видит, одного забирать. Ну, кривовато. А, ну, Блай получает ценнейшую информацию сейчас о наличии гейтов. Кстати говоря, призма готова. Блай опять оббегает. Сейчас Даркшайн спалит, Блай. Смотрите, все спалил вообще. Даркшайн увидел. Это для него просто великолепно. Проход-то не закрыт, Блай. Что ж ты творишь-то? Можно было забежать спокойно. Сейчас сгрызть сталкера, сгрызть все можно было. Блай что-то тормозил, не забегал сразу. В итоге, ну, уже и забегание не такое эффективное получается. Хотя нет, 3 пробки, 4 пробки уничтожено уже. 5 сейчас будет уничтожено. И можно еще и на мейн сбегать. Даркшайн отменяет супер прямо перед носом у Блая. Ну, короче, у Блая есть вся информация и все ресурсы вообще, чтобы отбиться сейчас от любого абсолютно врыва оппонента, от любого. Супер выдвигается несколькими адептами с Энтрио и Сталкером вперед. У Блая 11 роуч плюс лингов до заказа. Я бы на месте Блая вообще сейчас отбил бы это, депрессовать его шел бы. Так, линги пробегают, Блай побежал в размен сейчас к суперу, смотрите, тот выводит каких-то юнитов, нексуши строить уже. Так, куда ревозеры это идут? Фаербулы по адептам идут сейчас. Адепт телепортируется ко второй базе, Блая нужно срочно развернуться, в это время линги прибегают, можно сгрызть кибернеточку Блая сейчас, ну тут три адепта, доварку наблюдаете. Супер пытается развести оппонент своего. Часть адепт заходит на третью базу, со второй надо на вторую. Рабочих возвращайтесь. Попытался суперроучи забрать, часть забрал. Блай кибернеточку все-таки сгрыз. Адептов пытается на третью уничтожить. Не так-то просто это оказалось сделать. Ну вот, посмотрите, кривой контроль Блая сейчас решает вообще все здесь.
Адепты просто разваливают. Блай не может элементарно отбить на... Ну, ё-моё, ну что это такое? Ну, Блай, ну что ж ты творишь-то? Ну, это F1 армия, F1 оклик. Привыкли, блин, вот во втором Старкрафте, я не знаю, привыкли настолько к этой хрени всю армию водить в контроле в одном. Супера Иммортал строится, у Супера есть сделки адепта, кибернетчику он восстанавливает, но медленно это делает, я вам честно скажу. Блай нужно выдвигаться вперед, Блай что-то бегает. Ну, что Блай вот сейчас вот делает? Ну, он дронов восстанавливает, я вижу, ну, по лимиту-то уже ровно, смотрите. Короче, на ровном, ну, видно, что, смотрите, кореец на ровном месте все переворачивает сейчас. Просто на ровном месте реально переворачивает игру. И Блай уже здесь и так, не так просто в лоб-то будет пробить, потому что он вовремя не вышел сейчас. А сейчас уже и смысла нету. Ну, тут надо в мутку, видимо, Блая свич какой-то делать, я не знаю. Хотя тут и у корейца потенциал есть подстройки под мутку, под любую, как бы, да, тут. Элементарно, два Старгейта закажет он и все. Выход пошел какой-то от супера, интересно, что это за выход такой. Так, здесь линги забегают, два адепта есть на третьем Нексусе. А нет, супер просто рядом стоит сейчас, то есть он никуда не собирается. Так, здесь двух адептов пытается убить. Ну даже двух адептов сомнительно, что он подрежет сейчас. Зато парочку пробок убил я, насколько вижу. И отдал всех лингов по итогу. В это время призма харасит мейн, супера уже больше лимита на самом деле. И... Ну вот это неправильная оценка ситуации, в общем-то, как называется сливать игру. То есть вместо того, чтобы пойти и убить Блая вовремя, когда реально была возможность, он сидит и чего-то ждет. Я не знаю, чего он ждет, сидит здесь просто. Чего он ждал, сидел. Так, здесь оверы падают, Блая... Блай здесь рядом бегает с супером. Здесь, конечно, микс такой, зелки какие-то, адепты странные. Адепты ко второй пытаются ворваться. Три даже супер телепортнет сюда, насколько я понимаю. Вот Блай одними лингами пытается адептов отбить. Ну вот это вот ошибка, одними лингами отбивать адептов. Это полная прохлада, я не знаю. Неужели Блай этого не понимает? Ведь линги неэффективны против адептов. Так, опять телепорт идет, опять супер разводит Блая. Несколько адептов врываются на вторую базу, и опять массовая, масс-линги проще тратятся, чтобы их отбить. Пока Блай еще по лимиту более-менее выглядят, но очень скоро будет выглядеть не очень уже по лимиту. Так, Блая даже больше сейчас, чем супер стал. У Блая 14 роучи сейчас есть до заказа. Но линги, правда, вообще отсутствуют напрочь до заказа сейчас. Адепт телепортируется в реведжеров. Блая не законтраливает реведжеров, не отводит сейчас. И мортлы выходят, бомбят роучи. Ну вот я не знаю, тоже вот такой, я бы сказал, значительный косяк. Вот последнее я смотрю, ну... Однотипный юнит роучи заказано. Ну почему не миксануть роучи с лингами, как бы? В такой ситуации они сильнее, но личинок просто не хватает, хочется юнитов посильнее заказать, но в итоге-то здесь идеальный микс против роучей. Здесь сталкеры, чуть-чуть дилков, которые танкуют против них, и Иммортал, который вообще, смотрите, 18, он уже расщепил просто юнит. 56-92. Короче, провал, ребят, полный провал, вместо того, чтобы взять эту игру, просто себе Блай отдает ее. А там все были возможности для того, чтобы взять игру эту. Ну ладно, тут ничего не поделаешь. На опыте просто супер. Так, Стрэндж уже в третьем туре. Ваня против Жулианга будет биться. Револьвер в какой-то игре. Заскочим. А, все, соки, да, это соки. Ждем начала соки, я хотел спросить, соки ли это или нет. Ну да, да, это соки именно игра.
А что дальше у револьверчика там? Кин дальше. О, Кин. Привет, Акирыч. Кореец Кин, тиранчик. Просит соки. Приватность поставить, чтобы билды его не это. Так, крендель с рублем пришел. Спасибо, крендель. Стабильность от кренделя. Больше пока ничего не происходит. Спасибо тебе. Так, это БУ-1, естественно, стадия. Здесь у нас 17-я хата. Пул газ запилен у Эвы. Гидравлик, привет всем, кто недавно подошел, ребят. Сегодня будет GoFSK, и на этом все, ребят. Потому что я поеду в деревню вечером, я уже об этом сказал. Суки достраивается кибернетка, Nexus тоже строится, заказан адепт, газ на мейне добывает, точка сбора на вторую, соответственно. Мазеркор пока не строит, здесь пробка что-то на рендже крипа сейчас находится. Не дают третью хату соки нормально. Здесь уже линги готовы, они сейчас максимально быстро пилон отменят. Не стал ревогнат за пробкой, это правильно, потому что два линга не нагонят ее все равно. Она уйдет спокойно. И пробка, что самое интересное, едет куда-то к Силнагину. Правда, криво, надо на ХГ заехать, естественно. Решил проверить, соки, точно ли третья хата заказана. Ну, сейчас найдет ее. Застройка, честно говоря, просто... Ну, я очень не люблю застройки, когда юнит вот здесь вот стоит за газом. То есть, это надо вот так вот обходить сюда.
бредоватенько. Еще посмотрите, где, ну, естественно, можно напрягать сразу же в этом направлении. Заказан пилон, но пробочка одна оказывается вне этого пилона, сразу же Рева ее схавал. Все абсолютно верно, а здесь интересный билд, посмотрите какой. С Даркшайном. Сейчас будет робо с призмой, вот я не понимаю, иногда я удивляюсь просто. Ну, у тебя пробка на карте есть, блин, что за тормознутость? Ну, запили ты здесь пилон, но пока эта призма туда прилетит, ты уже можешь начать дарками отсюда напрягать, а потом еще и призмой прилететь. Почему бы не воспользоваться халявным моментом? Так, сюда бы еще начинается. Еще, ну, посмотрите. То есть, если бы был здесь пилон, вот этот овер бы сильно бы не зарешал. А так как пилона здесь нет, ну, полетела призма. Ну, здесь-то уже лейер сейчас будет готов. Сейчас уже будет оверсиры, и можно будет морфить этих... Точнее, ну да, лейер можно оверсиров заморфить, они будут. Можно спорок подставить еще. Летают дарки. Ну так, стоки подконтролил, двух дарков потерял. Что он убил-то вообще? Роуча. 4 линга, но это 4 рабочих, но это не факт, что здесь все погибли. Короче, на самом деле ничего особо соки не убил. Еще и призме хп потерял 80. То есть сейчас... Конечно, поля отрегенятся, но на 80 будет уже меньше. То есть на королевах надо быть предельно внимательным. Если они собьют, то это потеря двух архонов сразу автоматом. Третий нет, Соки пытается выйти. Ну тут мув роучем сейчас будет. И роучей достаточно уже много. То есть можно будет проатаковать просто и все. Пользователь PackPipe активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Рекрут ГГ. Ну так, подхарасил маленечко здесь, смотрю, соки. Архуны выжили оба, но они... Пользователь 0R4ND0 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Аранда. Ошибка от Соки выходит в центр с центрями. Ну, успел филды, правда, кинуть сейчас. И чаш скоро будет готов. Зелки доварпливаются, но поможет ли этот чаш? Соки решил, по-моему, Никсус вообще отдать. Ну, контролят Соки, живет пока. Рео не стал третий Никс убивать. Прошел вперед. И Морклока от Соки умудрился потерять. Хотя он и Морклок успел потерять, понятия не имею я. Вылез вперед, отдал Архона. И Морклок пока жив. Решил третью Никс у Соки задефить. И из-за этого проигрывает просто всю игру. Потерял ключевых юнитов сейчас. Так, несколько лингов на мейн пошли. Здесь у нас врыв на... Рампу произошел, гейт от ключ, пилон уничтожен. Рева проходит дальше. Минусует еще один пилон. Зал по пробкам прошел неплохой. Висят 111, здесь, по-моему, все ясно. Хотя, если соки теоретически как хотят, то куда, даже если он отобьется 26-51 по рабам, о чем речь, ребят? Пробку зелку не дает пройти, вот сейчас погибло, только вот прошел в итоге. Конечно же, он Реводжера срежет. Неужели соки даже рабов законтролил?
22.48 по боевому, ход вперед он поломил. Смотрите, здесь сколько юнитов у зерга стоит. Я не знаю, зачем столько вперед ломится в такой ситуации. Ну и третий никс минусует. Револьвер в итоге, все правильно. Уже четвертая хатка достраивается. Лейер есть, сейчас можно шпиль впилить, можно гидродент впилить, можно все что угодно впилить сейчас. Так, падает пилон еще. Ой, солнце вышло жесткое какое-то. Ну, ждем, пока Соки ГГ фактически напишет. Ну, конечно, пока держится, у него даже 3 иммортала подкопилось. Но мне что-то сдается, что 3 иммортала здесь не помогают в такой ситуации. 32.46. Хотя, если как-то адово затянуть... А нет, здесь шпиль уже пошел. Нет, нет, здесь уже что не делает, все правильно. Лево делает. Сейчас закрою окно и... То пасмурно, то холодно, то жарко, блин. Это полная лабуда, блин. Пользователь Садрот активировал премиум на ваш канал. Садрот, задрот. Сказал мужик. Архонщик сливает соки. Одна очередь. 73-44. Двукратное преимущество по лимиту. 39-90 по боевому. По боевому то бишь тоже все печально. У левого нет особо ресурсов, чтобы мутки-то заказать. Много. Но у него слишком много наземных. О, 12 реводжеров и 96 лингов. То есть лингов столько, что они в несколько слоев окружат всю эту армию спокойно абсолютно. Турелы пытаются сейчас делать. Линги заходят, принимают бой. По-моему, здесь и без реводжеров юнитов вполне достаточно просто. Хотя армия Соки очень удачно бой принимает. Здесь как бы и Мортлы Аркуны держались некоторое время. Ну так, дарки вышли. Но есть оверсиры, дарки уничтожаются. Все уничтожается, естественно. ГГ, Соки пишет, Рева идет дальше. Спасибо всем за премиум. 4 человека уже сегодня подписалось. Это очень даже неплохо. Что-то ждет Снут. Снут пока нас не интересует. Нас интересуют наши игроки. А у Ревы-то Ким, между прочим, в следующем туре. Сейчас мы, наверное, сюда и попытаемся прорваться. Ревчика давно мы не смотрели, в принципе. Поэтому надо бы прорваться до Кину, я думаю. Тем более, что по этой части сетки и Стрэндж идет. У него сейчас Fighting Frog, дальше Фьера, либо Матис. А вот дальше уже победитель. Здесь еще один кореец, Ким Ду Кьянг какой-то присутствует. Я не знаю, кто это вообще.
Так, ну ждем продолжения. Так, где ключ водить, что-то не поймешь. Ключ премиума, если ты имеешь в виду, то где написано премиум, жмешь и слева там активировать ключ. Самое нижнее, с самого слева края. Вот туда жмешь и вводишь. Так, а херич, конечно, золотит. Ну, в общем, ждем кино крепко. Пек-пытк поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Сам StarCraft не играю. Рачок, наверное, но стримы смотрю с большим удовольствием. Спасибо, Олег. Спасибо. Тебе спасибо. В общем, рачок, наверное. Не, ну если не играть, то как бы... Понятное дело. Просто если играешь, то можно... И перестать быть рачком. Сам понимаешь. Так, Турели, спасибо за воды финала Пролиги. Спасибо, что смотрели, ребят. Ну, там у меня маленечко припекло реально с Пролиги. Вы сами все видели, потому что там было с чего реально припеканию этому взяться. Спасибо всем за поддержку. Как бы, ну, удивительные там ошибки были просто. Ну что, Рева против Кина. Посмотрим мы сейчас, как я вам и обещал, собственно говоря. Стрэнджа мы посмотрим чуть позже. У него пока нету таких оппонентов, как Кин в сетке. А вот у него Фир, ПВП. Ну, я думаю, что Фир для Стрэнджа... Не, ну это не изи, он может и проиграть, в принципе. Но, как по мне, так он должен одолеть. Так, Кин хост. Все, здесь ты к ТВ присоединился, и мы ждем начала. Спасибо всем, ребят, за поддержку. Еще раз приятно очень. Гидравлик, я еще раз говорю. Премиум снизу кнопка. Слева колонка, самая слева и самая нижняя надпись «Активировать премиум».
Так, ну что, ребят, кинчик против Ревчика. Посмотрим, что здесь будет. Минуту 20 смотрю. Уже игру смотрю к вам в чатик, наблюдаю, что же здесь происходит. Вот, помню, что поддерживать надо меня и мой канал Адлоки, отключать на премию, подписываться через плеер, поддерживать или напрямую по реквизитам. Вот, ну мы ждем, в общем-то. Развитие событий. Микрофон нормально, все просто. Я спокойно сегодня в спокойном стиле разговариваю. Так. На мыле можно ключ посмотреть. Так, летит куда-то овер у Ревы номер один. Кин его убивает. Хорошо, что он не заметил овера номер два, потому что иначе это был бы провал. Вообще провалов, ребят, я вам честно скажу. И очень похоже, что здесь какой-то беллинг-баст от Ревы пошел. Ну а то, что вот он потерял первого овера, сбивает ему все абсолютно планы, потому что здесь уже два гелика первых заказано, ну ё-моё. Два линга заказано, выходит гелики, залп. Надо сплетануть лингов и свалить отсюда, конечно. Что Рева и делает. Нужно оббегать хитрым образом каким-то вниз сейчас. Будет Рева оббегать хитрым каким-то образом? Нет, он через верх предпочитает, не через низ оббежать. Ну, посмотрим. Вот реально для таких билдов, то есть, в принципе, он, мне кажется, мог бы вкатить и очень неплохо. Но очень решает для таких билдов потери такие, вот как первого овера, например, сейчас Рева потерял. Так, 7 бейнов морфится. Гелики здесь рядом находятся, что-то контролят, охраняют просто. Не хочет Кин выдвигаться вперед. Он с... Пользователь гидравлик активировал премиум на ваш канал. Спасибо, гидравлик. Колбату здесь планируется. Рева видит то, что там стоят гелики. Сейчас, в данный момент, пытается их окружить. Ну, Кин готов встречать. Здесь слишком много мариков, слишком много геликов, слишком много всего. Беллинг-баст не вкатывает, к сожалению. А так как это был один, тут, к сожалению, все. Вот, ну, не знаю, я бы посмотрел на все, ну, вот это дело, если бы овер не был потерян. Потерянный овер стал критическим моментом. Почему? Потому что уж сверхранний нужен до заказ лингов, то есть они бы уже были бы здесь, там, когда только вот гелики вышли бы первые два, как бы, да, там, и строились, допустим, еще два, ну, или только выходили четыре, уже бы можно было поатаковать, здесь не было бы столько много юнитов, тупо, как бы. Корейца, естественно. А так, в итоге, что мы имеем? Лейера нет, рабочих нет, ничего нету. То есть, просто хата пошла. Ну, а что эта хата даст? Ничего уже не даст. Тем более, хелбат и либератор полетел. Нет, тут провал какой-то. Ну, я надеюсь, Стрэндж там не проиграет Фиру, и мы сможем Стрэнджа с Кином, например, посмотреть чуть попозже. Хотя хоронить раньше времени не буду, вдруг еще что-то произойдет, но тут вот минус 3 рабочих пока происходит, и на 20 лимита преимущества тирана происходит здесь. Линги бегают зад-вперед, ничего сделать не могут. И Либератора не выбить просто так, почему-то спорки нету, и Королеве нужно постоянно зайти с такого направления, где... Либератор бы не доставал до нее, вот он один выстрел сумел сделать, даже Ким сейчас. Ну, в итоге теряет все-таки Либератора. Здесь приходят 4 Марика с медиваком и хелбатов. Сколько? 7 штук хелбатов. Третью хатку они сейчас будут отменять, отменят быстро ее достаточно. 7 хелбатов, это большой дэмэдж.
Дрон падает, а на мейн либератор еще один прилетает. Начинает бомбардировать просто. Так, Ру Череву добавил достаточно много, но... Что они делают, эти роущи? Роущи что-то фигней какой-то занимаются, вместо того, чтобы в атаку идти сейчас. Ну что, мейн уничтожен. Так, не уничтожен мейн, но мейн под ударом находится. Роучку-то вниз там пошли. Пылбаты складываются в геликов, трансформируют. Пока складывались, надо было вплотную к ним подойти, пару залпов сделать. Может быть, что-нибудь та и прокатило бы здесь. Так, гелики возвращаются, как-то беллинги нагловато здесь, по-моему, стоят. Мне сейчас скин на халяву их заметит просто и убьет, пока роучи идут. Ё-моё, какой фейл. Падают бейны, роучи вообще еще не здесь. Сейчас уже танчик выйдет скоро. Да, печаль. Роучи много достаточно было. То есть лимита боевого у Ревы до сих пор больше, самое интересное, 20 рабов меньше. То есть, если бы это пришло все одновременно с Бейнами, плюс Роучи, там, Реллджеров, может, подделал бы, да, немножечко Рева, может, что-нибудь получилось бы. Здесь танк готов, а с танком-то уже точно без шансов, это факт. Крылбаты, маленький пирамид, все, ГГ. Ну что же, к сожалению, Ревчик вылетает, и... это печально, конечно, потому что наших все меньше и меньше в турнирах. Блай уже вылетел, Рева вылетел. Не знаю, как там Коу, браток. Кин попадает на Лили Канина сейчас. Так, а Стрэндж там в игре с Фиером. Блин, что я закрыл? Надо Кина было за... попросить. Блин, надо чат с ним было начать. Попробую Кина добавить, вдруг он добавит. Блин, закрыл ты, а? И сообщение-то не отписать. Вот в чем прикол, блин. Когда добавляешь. А вот он, кстати, есть. Так, Кин уже начал, что ли?
Так, Стрэндж доиграл. Интересно, выиграл он или нет. Вопрос пока открытый. Кстати, следующий тур, четверть финала. Если Стрэндж выиграл, он уже в Го3 попадет. Стрэндж смотрит повтор. Неужели Стрэндж тоже слил? Это будет полная печаль тогда вообще. Да, печаль какая, да, ребят. Так, ребят, сейчас еще раз обновлю. Да, Strange Fear'у проиграл, это печаль, конечно, полная, но... Я не знаю, мне остается только через Варди сейчас прыгать, короче, наших вообще не осталось. Ну, будем прыгать просто через Бухарти, что тут говорить. Главное, чтобы одни ЗВЗ там не остались далее. Рейнер, ни в чем, с нутшным шаром там. 4 зерга просто в РО-16, сверху конин скином от Тирана, Фир, Проц, ну тут хоть зергов нету. Супер стартом Проца тоже, слава богу, и Лейзер, Гуру, зерги. Так, ТЛО Оптимус, там Тиран Зер, как и Верон Джулианг. Верон, по-моему, тоже Тиран.
Так, короче. Короче. Ну, пока варди в игре. В принципе, у меня снут еще есть. Есть лейзер, есть через кого прыгнуть. Давайте сейчас, в общем, ждем, пока будет возможность куда-нибудь заскочить. Сейчас я отойду, что-то чаек уже начал напрягать меня немножечко. Вот, и вернусь к вам. Через минуту, к пару. Так, все, я с вами, ребят. Ну, короче, ждем мы, пока куда-нибудь можно будет прорваться. Пока что-то никуда не это. А, вот Снут выиграл Намшара. В четвертьфинале он Рейнер Непчтом. Там ЗВЗ, постараюсь я в другом направлении прорваться. Посмотрим, как и Лейзер Гуру отыграют. Я посмотрел бы вот дальше следующий тур, потому что там ПВЗ будет точно. Пока что-то ничего не происходит.
Так. Повторы там Зерк смотрит. Что-то СК давайте и опять сегодня не работает, насколько я вижу, да, что-то там случилось опять. Не знаю, правда, в чем дело. Ну, ребят, ждем, ждем, что поделаешь, ничего не поделаешь. Сервак упал. Что-то часто это происходить стало. Так, Вардия вне игры, значит, кто-то-то играл. Значит, где-то, наверное, появится оппонент у кого-то, и я смогу прорываться, пытаться куда там. Не знаю, правда, где Вардия был. Сейчас мы будем смотреть. Арт против Лейзера. Вот, в польскую сейчас мы дуэль прорвемся. Рейнер наказал Нерча. Прикольно будет со Снутом биться. Молодец, молодой-то, а? Смотрите-ка. Начинает втаскивать за ВЗ, вообще чудеса творить в последнее время. Ну что, и Лейзер против Арта, я думаю, по ВЗ имеет смысл это глянуть, как бы, и я так и поступлю. Вот, ну, слава богу, что какая-то пара появляется сейчас. Так что вот так вот. Так, Снут что-то. А, Снут с трейнером будет биться. Ну, за ВЗ не хочу я смотреть, честно, ребята, вам скажу. Хочу вот попасть в не в ЗВЗ все-таки я.
Ждем у лейзера арта. Так, ну почему-то я лейзер за АФК шел сейчас, а почему? Варди тоже ждет. Причем Март убил, между прочим, супера в ПВП, который наказал Блая. А вот и лейзер больше не АФК. Так, ну хоста чуть пока не наблюдаю. А вот и хост, прыгаем туда. Отлично, арт ведущий. Варди тоже тут. Так, Кин выиграл Канина. Ну, там неудивительно, что Кин выиграл. Кин с Фиром будет биться. Снут, кстати, Снут Рейнер победитель с победителем Фира Кина. Интересный полуфинал там будет. Должно будет наверх, скорее всего, прорываться.
Ну что, пробочка едет на разведку. У Арта, у Элейзера стандартная хатка пошла. 17-я. Наши все вылетели, напоминаю, к сожалению. Ну что, если все наши вылетели, не значит, что мы не будем смотреть до конца, будем смотреть. Но кроме GoPoSK сегодня я ничего стримить не буду, я уже об этом говорил. Поеду в деревню сегодня к дедушке, съезжу за грибами, схожу. Потому что иначе я уеду в Москву и как бы уже, ну, не смогу этого сделать. Так, ставится кибернет, капеллон, вот он здесь вот. Ну такая, ничего, застройка вроде интересная. На этой карте просто все с два здания, как бы, но нужно правильно поставить, чтобы одно вперед другого не выдавалось, что, что одно так стоит, а другое если так, то тут не будет нормальной стенки тогда между. И это будет не очень совсем. Так, третья хата вошла. Так, Evolution запиливается сейчас. Так, 1/8 бу, 1, естественно. С 1/4 на всех стандартных турнирах бу 3 начинает. Ну как стандартно? Сейчас был ПСК, только и остался. Раньше был Зоток еще, ну там то же самое было. Ну Зотока уже давно не существует. И Лейзер масит лингов сейчас очень много, кстати. Делает овера дроп, который собирается. Кстати, из грейдов нету, между прочим, грейда на скорость движения овером у Элейзера. Видит Арт сейчас передроп. Здесь два адепта, они с удара будут линга убивать, и это очень даже хорошо. Но почему-то без мазеркора... А, погодите. Так, почему без мазеркора играет, я не понимаю, оппонент Элейзера? Здесь надо стенку полностью закрывать. Supply блок у Арта пренеприятнейший, поэтому он не может просто сейчас запилить Mothercore, как вы видите. Адепт в очередной выход здесь пытается дублировать стеночку. Сейчас у нас Арт, но Элейзер просто жрет его в лоб. Скорость таки адепт не готовы. Еще 4 адепта есть, конечно, но 3 адептов Элейзер быстро очень сгрызет. И, по-моему, это минус. Арт просто в лоб его Элейзер уничтожает. Дублируется стенка, Mothercore тут бьется с лингами. На мейн слишком много собак врывается, нужно уводить пробок. Mothercore уверчаш уже ставится, уверчаш, но варп готов. Не уверен, готов ли варп. Но даже если готов, это ГГ, ребятки. Элейзер просто сгрызали, сделал сейчас. Ну, исполнение неплохое, почему бы и нет. Ждем следующую игру. Снут тоже играет следующую уже. Ну там ЗВЗ, там быстро все, конечно, там норма, даже если такая вот игра какая-то была бы, например. Не вижу хост пока я. Так, Варди был в той же игре, видимо, Арт хостит там. Да, захожу тоже сюда. Болейте за кого хотите, ребят, два поляка играют, Протос, Зерк. Вот, я за красивую игру, лично ТБО выиграл Лоптиса, Жулианг выиграл Акиеронов против
эта пара, которая ЗВЗ, будет играть с победителем вот этой пары. То есть, возможно, полуфинал будет ЗВЗ тупо. Вот, но верхний полуфинал будет, возможно, не ЗВЗ. Точнее, он точно будет не ЗВЗ, потому что там Ким бьется с Фиром, это Проц и Тиран, и Снут с Рейнером 2 Зерга. Но финал вероятен все равно ЗВЗ. Так, поехали сейчас, ребят, я отвлекусь на секундочку. И к вам вернусь. Так, все, я здесь, ребят. Ну что, Арк против Элейзера. Элейзер 1-0 ведет уже. Очень-очень быстро он одолел оппонента своего в предыдущей игре. Так, ну третья, а вот и третья намечается, или здесь прокси проверка? Нет, здесь какая-то проверка прокси, третью вообще лазер пока не ставит. Максимум, что может переводить сейчас дронов, 11 штук на золото, между прочим. Вот этого надо оставить здесь и всех, да, сюда приводить, С нажимать, С жмет и лазер, все, добыча пошла. То есть как это делается? Часть рабочих добыла, часть не добыла, просто обудишь их и С жмешь, как бы, а из которые едут сюда, они сдают и возвращаются назад, собственно. Ну что, смотрите на добычу. Рабочих меньше у Зерга, оно 1300 на 900 просто у него добыча сразу за счет золота становится. Ну тут, правда, 900-то чисто с мейна, смотрите. Вторая еще даже не раскачана. Нет. Так, опять сверхранний Твайлайт, опять, то есть, скорость-таки адептом у нас получается здесь намечается. Так, 12 дронов на зуб. Здесь выезжает дрон третью ставить. Муфовером, муфлингом делается. Evolution Belling Nest, учитывая муфовером, явно увидим Belling Бомбы из оверов падающие. Наверняка коготь пошел. Дублирую здесь стенку у нас арк, уже какая-то она жирная прям получается. За кибернеткой Рова гиты ставят, ну блин, ценная какая-то стенка слишком, если прогрызут, то сразу все.
Привет, мелкий кап. После ГУСК будет ничего. Будет мой уход на автобус с Чаликом в деревню. Я поеду. Вот, вечером, а завтра с утра пойду в лес, буду собирать грибы и кайфовать на природе. Еще давно я там не был. Вот, и пора бы это сделать. Наконец-таки Нексус встретить. Пошел. Готовую призму будут адепты сейчас лететь 4 штуки вперед. Один здесь останется. Здесь у нас что? А вот уже Линк 3 Бэйна полетели. Почему только на вторую? Надо было одновременно, наверное, и на Мэйн, и на вторую попробовать. В итоге просто может, ну, не вкатить это может. Среагирует Тарт. Пока вообще реакции 0. Сколько же погибло? 6 пробок. Не так уж много. Но Линк еще двух наказал. 8 в итоге погибают. Ну, не слабо, я вам скажу. Адепты на золоте. Ну, здесь достаточно обороны у Зерга. Но 5 дронов было уничтожено. Ну вот плохо без геймхартовского, конечно, этого мода. Так, Даркшайн ставится у нас. Лейзер делается, четвертая катка у лейзера делается. Ну, парабам, кстати, смотрите, 68-71 общий лимит, парабам тоже вровень практически идут. На золото перевелось несколько пробок. Здесь это с... А, это с мейна на вторую, что ли? Видимо, да. Несколько лингов что-то забежали, адепты. Посмотрите, 4 адепта по 4 разным стреляют. Ну, это как вообще? Бывает и такое. Это вам не либератор, который с энтрей с штурмовиками фокусит сам. Так, на второй уровень овера успевает отвести. Точнее, успевает отвести, успел дропнуть лингов здесь. И беллингов зерк. На мейне тоже успел, но не идеально лейзер фокусит. Ну, посмотрите, парабам 38-49 уже. Тут урыв какой-то на золото был. А, здесь беллинги просто намуют. Такой супер мультитаск лейзер типа демонстрировал с трех направлений. Но не совсем одновременно все это делалось. И в итоге вы видите, что как-то, ну, ПЗ выдержал, в общем, процесс. Да и посмотрите. У него есть ресурсы. У него есть гейты. Идут же серьезные варпы. Гейтов 8 штук, если быть точным. И масса адепта плюс дарки здесь будут урыв делать, кстати говоря. А есть ли оверсиры у лейзера? Вот этот вопрос. Так, 4 дарка пытаются зайти с хитрого направления какого-то на третью базу. Мимо третьей, вот они тут идут. Попытка вырубить артом. Камни идет, камни вырубает, но, блин, дарки уничтожены. Адепты заходят, вейнов много, надо сплетануться. Сплит пошел, сплит. Так себе, ну, кстати, адептов-то много выжило здесь. Пошел до варп еще один. 4 адепта с королевами дерутся, это ошибка. Надо разворачиваться и врываться процу туда, к второй базе. В общем-то, прирост в итоге отрублен здесь. И адепты нормально сейчас зайдут на мейн, я вам скажу. Абсолютно нормально они зайдут. Королев уничтожит с пары залпов буквально в таких-то количествах адепты. И королев, конечно, с двух залпов убьют фактически. Так, да, варп еще идет. Ресурсы у Протса есть. У него золото добывается, похоже. Так, здесь кто-то на бейнов пошел. Да все просто, заходи на ХГ, сплит и все. Королев убивает, чтобы призму, главное, не вспокусила она. И линга беллингов просто разваливать сейчас. Сплит нулевый практически вот здесь. Вот был адепты. Чем беллинки в 4 адепт попадают. Ну, что это такое-то? Так, спорка перекапывается. Нужно призму уводить. А ну, хотя здесь фокус спорки будет. Призма как-то странно стоит на рампе. Варпать неудобно. Часть сюда. Но, может быть, так карты задумал, что он так и хочет сделать. Сейчас вниз, сейчас вверх. Типа, чтобы сплэш минимизировать. Я не знаю, еще по каким-то причинам. Так, 100 на 70. Ребят, это 1-1. Не стал варпить арп. Правильно абсолютно юнитов сюда. Так, засаживает, высаживает из призмы. Да, варп еще адептосов идет. Здесь адепты сзади прикрывают. Ну, вновь варпящихся. Прилетает вторая призма. Куда столько призм-то?
дает мод. Мод дает, что рабочие показывают с погибшей циперкой вот здесь вот. Пора это запомнить. Так, ну хотя может и не знал, собственно говоря. Еще адептиков вар пошел. Ну вот это адаптация такая типичная, в общем-то, происходит сейчас. После первой игры арт убил просто абонент своего адепта. Прыгает, что лейзер третью ждем. Правильные грибы, ну... Я нормальные грибы буду собирать, съедобные, естественно. А фигней я всякой не занимаюсь. Короче, ждем. Третью карточку. Так, заходим к лейзеру, он создает сам, по-моему. Так, все, все тут, наверное, уже. Так, ребят, третья решающая. Все, поехали. Не отвлекаюсь. Сейчас сеточку я хотел обновить. Ну, что-то не туда полез куда-то. Так, Жулиан бьются. Снут Рейнер бьют. Кимфир бьют. Все пока бьются. Короче, нету пока в сетке никого дальше, насколько я вижу. Здесь 1-1 и третья решающая. Ну, первая игра была просто с грызалетилингами. Кратко опишу, это Бутри. Там буквально минут 5-6 игра была
Элейзер сгрыз арта просто в лоб, застройку сгрыз и перед дропом на мейн там пошатал. А вторая игра адаптация была со стороны Протоса. То есть Зерк начал дропаться, бейлингами задропал на апофеозе просто все три базы. Ну, убил там где-то 20-ку рабочих, в общей сложности, может, даже больше. Но Протосу было золото, ему достаточно было экономики, чтобы с 8 гейтов на призму пушить адептами. И он запушил Зерга. Почему? Он был не готов. Роучей не было, бейлингов недостаточно, лингов недостаточно. Плюс еще очень интересный, стандартный в последнее время был применен прием. Это убийство камней адептами, которые не были до этого убиты на карте Апофеоз. И в итоге зерго-базы были разделены надвое, как бы, пусть ценой жизни четырех дарков, но адепты там что-то зашатали за это. Ну, вот третье решающее. Приуныл? Не, я не приуныл, я, честно говоря... Вот, ну, еще не смог отдохнуть. Я говорил, начало сентября будет на расслабоне. У меня первые две недели будет стримов немного, вот, относительно. То есть, сегодня я пойду в деревню, завтра я буду весь день в деревне, приеду во вторник, наверное. Вот, во вторник я не уверен, что там будет, но годовщина смерти друга нашего общего во вторник. Год один как раз прошел. Поедем мы, наверное, навестить его с корешами, вот, а может быть и стрим будет какой-нибудь, не знаю, во сколько, смотрю, с утра поем, вечером, там, я пока не знаю, ребят. Ну, а в среду я в Москву уезжаю, ребята, 11-го там увидимся в Баркрафте уже. Так, уже давно не на кухне, уже давненько в комнате, но кухня здесь тоже недалеко, если что. Скоро привыкнем, я думаю. Так, открывает арт кучу гейтов. Какую кучу? Гайте, три это все, что есть? Да, три гейта и робот. И Даркшайн есть у арта еще. Здесь у нас так, спорка на мейне на третий ставится. Лейером еще даже и не пахнет. Передроп лингов на мейн. Провал для арта, ребят, полный. Линги сгрызают абсолютно. Ну как они все абсолютно сгрызают, сказать это соврать. Вот. Но самое главное, что сейчас произошло. Во-первых, демедж экономики просто получает и не слабый. А во-вторых, Зерк получает информацию о происходящем. Еще две пробки здесь даже установлены. Что ты будешь делать? Получает информацию о происходящем, получает информацию о Даркшайне. То есть уже дарки здесь ничего сделать не смогут абсолютно. Здесь роучи уже много. Похоже, что и Лейзер побеждает десятка. Три дарка, все с ножичками. Лейер на мейне пошел. Ну, тут и лейзер расплитил юнитов хорошо. Я не знаю, здесь не три, здесь надо 6 и более дарков, чтобы что-то получилось, по-моему. Это дарки, ну, тут вообще ловить нечего. Третий никто пытается выйти у нас арт. Ну, и лейзер, сейчас лейер будет готов, то есть будет возможность заморфить уверсира. Он добавляет роучи, уже 16 штук, которых уже не отбить, а будет еще больше. 20 плюс роучи пойдут, в общем-то, в атаку, я думаю, просто и все. Не знаю, будет он под мух, правда, подстраиваться или нет. Я думаю, что даже не будет, наверное, особо под мух подстраиваться. Так, я никаких однушек не снимаю, Фейтрайт, что ты подбираешь. Я, как и раньше, в той же квартире нахожусь, просто с кухни я давно собирался уехать к вам. Потому что я мешаю на кухне.
и мне мешают стримить, там мешали тоже. Ну, в комнате как-то с этим попроще. Ну, честно говоря, сам по кухне скучаю, потому что там руку поднес направо, воды подкачал себе попить. Встал в холодильник, заглянул, там что-то как. Так, фактор фейл, там залет, залет кого? Залет овера там был, наверное, ты это имел в виду? Так, гидра появляется сейчас у Арта, но он тут архуна и подхар. Смотрите, самое удивительное, что у Арта ситуация становится более-менее такая адекватная даже. То есть, по рабам, да, он отстает, но у него 5 гейтов. Почему он пробок не строит? Для меня вот загадка просто. Так, врывается линк один, надо отбить базу вот эту. А, там улын какой-то пошел, судя по всему. А чё линга-то не отбить? Так, давай варп адепта. Выдвигается вперед. Четвертую собирается менять. Здесь люркер Дэн намечается. Здесь 3 иммортала, 3 архона микс-то такой. Не слабенький, я вам скажу. Очень даже. Ну, 104-157 кшп лимит. У него очень приемлемая для просто ситуация. Долго он что-то тянет, архона сливает. Еще 2 архона сливается. 5 будет. Ну, не знаю. На крае немного на перетяжке армии палец. Не, ну можно было бы так попытаться сделать. Идет атака от Арта. Зачем-то он по... Убил четвертую, отступи, лимит-то нормально был. Зачем-то полез на люру, причем не просто лимит, а и микс был нормальный. 5 архонов, там 3 иммортала, просто добавляю еще архонов, добавляю еще иммортала, зачем лезть-то? Нет, взял зачем-то полез и развалил. Падает призма, падает МГГ, пишет Арт, и лейзер дальше двигается. Сейчас проверим, с кем он будет биться. Вообще что-то нигде не обновлено ничего. Снут в игре. Кин не в сети, Кина убили, что ли, там, я чуть не понимаю. Фир, что ли, Кина нагнул. Возможно, так и есть. Либо у меня баг какой-то не показывается просто. Когда диван приедет, когда я закажу, тогда и приедет в ближайшее время. Ну, вроде там в начале недели доставка будет, даже доставить, возможно, его успеют до отъезда в Москву, но собирать уже буду по приезду, наверное. Пользователь Versus 3D активировал премиум на ваш канал.
Спасибо Versus 3D за премиум. Спасибо всем, ребятки. Ну что, жду Смута, жду кого-нибудь. Там Варди будет заходить, что в сеточке. Вот вы видите сейчас. А, нет, вы сейчас ничего не видите. А вот сейчас вы увидите. Вот, ну трейнер, кинфир, оп, лейзер с ТЛО, это ЗВЗ будет. Может подождать другого полуфинала, а не лезть в ЗВЗ, я не знаю. Мы посмотрим сейчас по ситуации, ну трейнер, кинфир, тут точно не ЗВЗ будет. Так, Варти что-то там ждет, это ЗВЗ уже у нас, ребят. Я подожду, пожалуй, другую пару, я не знаю, что там, как у нас вообще. Так, кинг в сети вроде. Не хочу в ЗВЗ врываться, хотя, может, и успею, честно говоря, успел бы туда ворваться. Давайте попробуем, ЗВЗ бывает быстрым очень даже, может быть. И здесь так будет. Снуп-то в игре еще. Хотя там тоже ЗВЗ, с другой стороны, 8 минут уже в игре. Так, а вот Снут не в игре. Если что, я прыгну к нему тогда, если там еще понадобится им биться. Вот. А если нет, то тогда уже буду ждать следующего тура, так сказать. Короче, сейчас вернусь к вам, ребят. Скоро.
Так, ребят, все, я с вами вернулся к вам. Снута ждем, в общем-то, мы. А, Фир Кина убил, нифига, Фир разбушевался, смотрю. Чё-то сегодня. Я думал, Снут Кин будет. Пользователь Меверикч активировал премиум на ваш канал. Меверикч. Спасибо, Меверикте. Так, что-то Снут вроде как бы в интерфейсе, но ничего не происходит. Я не знаю почему. Может, они будут ждать чего-то. А вот, все, я игру вижу, захожу в игру. Отлично. Так, ребят, ну что, ПВЗ, Фивер против Снута. Продолжаем смотреть ГУФСК. Сколько? Оп, 17:20. У нас уже много времени, ребят. Достаточно таки. Ну, там другой полуфинал уже точно начался. Здесь Снут против Фивера. Посмотрим, что здесь будет происходить. Ну, Снут обычно не улынет в ПВЗ, там, я не знаю. Всякое, конечно, может быть. Здесь три дрона на ближнем минерале уснуто зачем-то. Вот, 16. А здесь всего один. Снут пока этого не видит. Вторую на третий ставит. Фир в лочь. Вторую сейчас. Все, теперь нормально по дронам.
Так, пилон, гейт, Nexus у нас, соответственно, здесь пошли. Так, переводится дроны. 4 штучки на третью базу. Сплетанул ли их снуп? Нет, не сплетил вообще. Хотя не, вот здесь двух сплетанул немножечко все-таки. Добыча начинается. Третья, как будет заказана. Ну, видимо, скоро будет снуп третью ставить. Так, адептом скорость атаки пошла, резонирующие глифы, они же 100 секунд нужно для до готовности этого грейда, для готовности этого грейда. Так, секунду. Так, ребят, все выяснил про автобус, во сколько у меня. Вот. Нужно будет сейчас по времени смотреть. Я даже не знаю, успею ли я финал постримить, потому что. В 7 часов надо быть мне. Уже дома будет, ну. Разберемся, короче, разберемся. Варпит фира адептиков 8 штук я у него наблюдаю. Скорость атаки готова. Они идут вперед. 10 плюс 2. Плюс пилончик пошел. Еще один есть. Второй сейчас добавлен будет. Роба готова. Уснута роучи строится, чтобы встречать адептов. Тайминг, ну, тайминг уснута идеальный в этом плане. Снут, конечно. Очень-очень четко все здесь чувствует. И что, тут линги вперед пошли, да? Идут вперед линги, ребят, это не просто так. Это уже атака фактически улыновая. Нужно сваливать снуту отсюда нафиг. Я не знаю, зачем он на рампе здесь, простите, фиру. А, он решил, что будет драться прямо здесь на рампе. Это ошибка, мое мнение. Ну, не знаю, посмотрим, что это выйдет. Иллюзии пытаются ворваться. Поздно пилоны ставят сюда. Да, здесь, конечно, гораздо выгоднее принимать бой, чем здесь. Потому что если сюда сейчас поставил, зерк сразу на вторую побежит. Но пилонов не было готово, снут просто приходит и просто убивает, в общем-то, в лоб оппонента своего. И ничего здесь уже не сделать. У Мазеркора энергии недостаточно. Да, сейчас выйдет и Мортл, кажется, но он тут уже ничего не сможет сделать, к сожалению. Выходит и сразу в окружение лингов попадает. Так, ну хоть по кручи бы хоть по фокусу, по лингам стреляют. Плюс 3 адепта до варпа, они сразу сейчас будут уничтожены. Хотя они, смотрите, выскочили из окружения, но хп слишком мало было, робу падает, нексус падает. Это, я просто, это провал, конечно. Хотя они еще пока ничего не падает, снут почему-то улын свой завершил. Нет, это для зерга это провал, ребят, я тут потом не говорили. То я здесь виноват. Сразу же говорю, что в такой ситуации что-то снуд какую-то хрень сделал. Но я не заметил, потому что он уже дронов заказывает. Если было бы дотекание, он 100% бы здесь все сгрызал. Снуд, что ты делаешь вообще? С
Смотрите на рабочих просто. Проца больше и лимит почти одинаковый. То есть Фир выжил, и он сейчас вообще может контратаковать и убить потом Снута. Хотя роба нету, чар штука пошел сейчас, ну не знаю. Здесь, конечно, роба тяжеловато будет. Адептов 6 штучек, они все что, они на второй врываются? Да, врываются. Почему бы не ворваться-то? 6 лингов тут бегает кривых и пару роучей. Так, заходит Фир, начинает бомбить рабочих. Почему он уходит сюда? Вообще не при... Не знаю, заходил бы на мейн, еще бы наубивал бы просто немедленно, еще и шпиль бы спалил бы, скорее всего. Порабатывал по рабочим, так и так просто плюсе здесь. Ну вот боюсь я шпиля, мутка может подрешать. Но мутки тут и не наблюдается ресурсов, подкопленных на мутку. То есть, ну, не факт, что ее заказывают будет. Тут газ один даже нету, одного газа из трех баз, то есть 5 всего добывается. Да, наверное, это и не мутка-то будет, скорее всего. Здесь такая стенка пошла, а где просто четвертую? Видимо, вот здесь вот четвертую просто ставить в перспективе будет. Ну, кстати, сейчас любят так даже больше делать, чем вот здесь ставить. Потому что так стенку закрыл, это направление более-менее безопасно себя чувствует. Хотя тоже это вот такая относительная безопасность, здесь камни пробил и все сюда атакуем. Так что на этой карте много всяких моментов. Их 6 муталисков заказано, архивы темпларов сейчас будут готовы. И мортучик второй сейчас выйдет, призмы пока нет, но призму бы добавлять. Архоны, конечно, это очень хорошо, но проблема в том, что архоны крайне немобильные, и против муталисков ими драться очень тяжко. Так, 3 дрона вгрыз сейчас Фир, ничего не телепортнулось, мутка вперед летит, да, летит мутка вперед. 2 плюс архона добавляют. Здесь мутка пролетает, прям с центрями бой принимает. У Талиски, ну где гвардиан шуф-то, ё-моё. Ну вот этот тормозной гвардиан шуф сейчас получается. Пилона даже не то, что фотонки в рабочих минеральной линии. Даже пилона рядом есть, чтобы уверчать, чтобы выставить. С 6 муталисками унизил просто вторую базу. Рабочих уничтожил всех. Я не знаю, что просто ждет. Ему выход уже надо делать просто вот так вот сюда вот. Здесь пилон есть, варпаешь сюда и идешь, пытаешься убить. То есть Фир просто натерпел здесь и все. Но Снут не, опять же, мутку не масил, поэтому и до сих пор, да, тут можно еще и отковыряться. Не то, что не отковыряться, тут можно и проатаковать успешно вполне. Прилетает Мазеркур, оверчаж выставляется, один муталиск уничтожен, Снут двумя сныкался. Газ добычу установил Фир, 51-63 бараба. Здесь призма и 4 аркона, 3 има. Микс неплохой, но уснута здесь адово уже, вы видите. Роучи. Реведжеры, точнее, Линга Бейлинги, любимые, зерговские. Сейчас это очень один из любимых таких миксов, одна из любимых тем таких. Ну, про Пролигу что-то там писали, как-то говорили, какие-то слухи. В Брудвар HD там что-то, ну, не знаю, я что очень сильно сомневаюсь в этом, если честно. Так, ну что, 169-200 по лимиту в пользу Снута. Миксус Протса интересный против Беллингов. Достаточно устойчивый будет, если сплитить более-менее нормально. Так, фаерболы пошли сейчас мимо призма. У Снута в наличии 133 линга, 50... Ё-моё, 133 линга, 61 Беллинг, это же жесть какая-то просто. Вот я даже, вот я не знаю, почему Протс пытается действовать без шторма, без сплэша какого-либо. Даже колоссы здесь не так жестко будут решать, как шторм.
Потому что за пару штормов без скрипа, представьте, вот сюда бомбануть пару штормов и вот эти юниты сплетануть нормально. Вот, кстати, эфир неплохо сплитится, нужно эмов рассплитить немножечко. Так, несколько зелков вперед идет, и мы, арконы сплитятся, в эллинге прям зелков пытаются вкатиться, они в кучу стоят. Как бы просто не сплитился, он самоубился, это ГГ. Не работает, не работает. Ну 200, если бы с грейдами было, может быть, но 200 просто не было. Короче, печаль. Я думаю, что надо шторм, шторм все-таки выходить, пытаться просто вот на такой стадии. Так, и лейзер ТЛО лучше убил, и лейзер уже ждет оппонента в финале. Быстрый он, конечно, смотрел. А мы ждем вторую игру Снут против Фира, но я думаю, что Снут здесь супер, супер фаворит просто, как бы, и ничего не поделаешь. Так, вот, наконец. Так, ребят, все, я здесь. Паузу. Не успел я отписать, быстро и все.
Игра возобновлена. Все, поехали, ребят. Ну что, ребята? Вторая игра. А, погодите, счет-то 1-0 в пользу Снута. Вторая игра у нас. Я что-то тут как-то на расслабонщике. Опять вторая на третью. Снута ставится третья на вторую. 22 дрона заказывают. Еще рабочие 2 линга. Лингов очень поздно. Ну как поздно? Снут сначала рабов добавлял, потом только лингов запилил под адептов оппонента. Дрончики едут на третью вовсю. Адепт идет вперед. Один адепт есть у Фира. Сейчас придет он. Так, что-то сталкер по оверу настрелял сейчас. 2 гейта, 2 гейт забили, 3 гейт пошел у нас тут. Ну, Снут подстроил некоторое количество лингов, если быть точным, 14 штук. Они прибегают, зерк Чипроц видит, как они забегают третьему Нексусу. Адепт зачем-то спускается вниз. Куда он? Зачем он вылез-то вообще? Двумя адептами вылез Фир. Зачем? Знаете, какая ошибка сейчас тупая. 2 адепта слиты в хлам. И сталкер проход не закрывает. Что ты творишь, Протос? Что же ты творишь? Снут, куда ты влез? Зачем Снут туда влез? Понятия не имею. Так, Снут на халде несколько пробок убивает. Фир пытается сплитить, не сплитить, а отводить рабочих демедженов. Линги еще подбегают, здесь еще сталкера подгрызают. Можно прорваться на мейн. Так, одним Снут на мейн прорывается, видит прекрасно Твайлайт, где делается глефы резонирующие. Ну и что? Понятно, что просто третий Нексус выходит. Что в итоге? 21 линк, 2 адепта сталкера, 4 пробки. По ресурсам, вы видите, Протс больше потерял. То есть, ну, то очень выгодно этих 21 лингов разменял.
Так, адепты по узенькому проходу идут вперед, и снут по этому же проходу вот идет сам вперед. И адептов начинают роуч прессовать. Ну, двух убил сейчас, в общем-то. Снут и отступил Фир назад. Так, здесь забегание какой-то лингов идет. Плюс 13 дронов построено сейчас. Можно роучами попытаться ворваться, например, было бы сейчас. Так, лингов видят Фир. Несколько штучек. Линги забегают на треть. А что роучи-то отступили? Так, центря приехала, смут увидел центрю. Попытался накинуться на нее. Адепты ушли в центр. Что за ошибка ужасная со стороны Протоса? Он просто на ровном месте третий Никсу слил, а адепты встречают роуча. Это катастрофа, на самом деле. Это просто катастрофа для Протоса. Феникса заказано, а что от них толку вообще с этих фениксов? Хотя, возможно, сейчас Фир рабочих тут смуту какое-то количество поубивает. Ну, какое-то, конечно, поубивает, но какое? Ну, штук 10 уже убил сейчас, но там четвертая хата, и просто один до заказа, и рабочие будут восстановлены, даже больше 10. 14 рабочих этим рывом убил Протс, но он слил, во-первых, адептов всех, во-вторых, у него Некс. Вот если бы у него сейчас раскачивался Некс, по три пробочки строилось, это был совершенно бы другой расклад. А так дистанс майнинг, посмотрите, сколько у Протса лишних рабочих. То есть они могли сейчас все здесь работать, экономика была бы намного сильнее. Так, вот Смута Шпиль, Бейлинг Нест, Коготь первый пошел. Протса плюс один на воздух делается, то есть это опять Реводжера Линга Беллинг, я так понимаю. Но как собирается Фир в контри с фениксами, я что-то тоже понять не могу пока. Падают два пилончика. Начинается хара с фениксами. Оверов подрезает, Фир тут несколько дронов подрезает. Самое удивительное, что еще даже более-менее у него и ситуация-то тут складывается. Вот еще один дрончик идет, его не трогает Фир. Ну, тут и четвертая хата. Если будет ли снутки другой ходить, сейчас вопрос, конечно. Или он будет как-то по-другому действовать. Так, здесь несколько роучи умудрилось просочиться сюда к второму у них снута. Бомбят роучи адептов, одного адепта подрезали, адепт отступает под уверчаш, ну, сливает роучи зачем-то сейчас. Дроны строятся, гидра Дэна нет, ничего такого нету. Хоть убей, не понимаю, как пока смут тут будет контрить. А, вот как он будет контрить, он 9 карактеров. Неубиваемый микс. Если такая фраза у меня выскакивает, то нужно понимать, в каком, каких обстоятельствах она выскакивает. Неубиваемых миксов вообще не бывает в принципе. То есть, просто в каждой конкретной игре играют всего, ну то есть играют два игрока всего. И игра одна, и тут как бы одна история, в общем-то. И если микс не убиваем, то не убиваем в какой-то конкретной игре. В зависимости от экономики, от каких-то еще параметров, там, например. Ну что, 10 корабтеров неплохо тут подрешало, я вам скажу. Лингов достроил, ну, 40 у него там плюс лингов. Беллинга мув есть? Нет, беллинга мува нет, но есть беллинг нест. Снут грызет все камни по центру. Почему беллинга мув не делает? Два когтя у него тут как бы много, на самом деле, ресурсов достаточно. Летает, что-то Фир отдает понемножечку здесь феникса своих.
14 бейнов снуд делает, но неужели он не помнит, что блин, ну, мува беллингом нету? Так, Лингия приходит, Реводжеров тоже достаточно много. 195-141, снут идет уже пробивать, 200 снута, и опять же пуш идет очень серьезный. Ну вот сейчас снут увидит, что нету мува бейном, и закажет наверняка его. Так, погнали. Погнала движуха. Фаерболы падают. Там, в общем-то, Снут не особо тут старается наломиться. Но заметил, что Бейна мува нету. Нужно на развороте бой принимать. Вот в Архонов бейлинги вгрызаются. Самое главное ликвидировать Архонов, потому что сталкеров линги вообще развалят в мясо просто. С имморглами, с центрями. Корапторы унижают просто Мазеркор. Сейчас линги сгрызают, догрызают сталкеров. Под оверчаржем Снут дерется на кофе. Здесь Нексус описал сейчас корапторами, плюс рейлджерами пришел. Это минус пир, вообще в хлам. Здесь, правда, с призма адептов давар, ГВ, ПГЛ, мы финала ждем сейчас. Что у нас по времени? 17:47. Ну, до 7, я надеюсь, финал кончится, все нормально. Сейчас мне дедушке надо быстро позвонить, и я жду хост. Снут против лейзера ЗВЗ, ну а что поделаешь?
Так, все, я здесь, ребят. В общем, ждем начала. Что-то, ребят, ни хрена пока не начинается тут. Так, хост, вот, хост. Все, отлично, заходим на хост. Ну все, начинается игра, наконец-таки поехали, Лейзер Снут очень долго что-то начинает. Так, да, станция Досан, первая карта, очень-очень маленькая карта, не знаю, агрессивность будет действовать или нет. Здорово, Киёк. Рад тебя видеть в очередной раз. В общем-то, финальчик у нас GoFOSK, ребят. Снут против Элейзера. Сейчас я даже переименую, наверное, стрим. Это последнее, что сегодня я постримлю, потому что я в деревню ехать собираюсь. Вот.
Так, ну что, ребята, у Лейзера уже готов Роуч Ворон, я вижу. У него уже заказываются Роучи. Причем как-то, смотрите, насколько близко здесь идти друг к другу. И без Муолингом играет чисто в Роуч Ворона. Так, неплохо снут тут овера и лазеру поймал. Он уже никуда не денется, это факт. Овер уничтожен, отходит снут назад. Но тем не менее, мы бы опять будем смотреть, поэтому еще, я думаю... Я не знаю, какой будет здесь счет, без понятия, ребят, но... Минимум 3 игры мы посмотрим, минимум. Хотя Элейзер в последнее время неплох, но понятно, что Снут здесь фаворит, я думаю, в данной игре. Элейзер заблочил Реводжером Снуту просто всю добычу золота, а Снут идет убивать Элейзера в лоб за это. И по лимиту по боевому его реально больше на данный момент. Вот тут он сейчас принимает бой. Примет бой, Лейзер здесь заходит, Снут на рампу сейчас. Часть юнитов на Реводжера накидываются сзади и на одного Роуч, который без прикрытия ходил. И Лейзер пытается сплититься здесь. Реводжера Снут морфит из демедженного Роуча, очень-очень вовремя это делает. Все-таки Лейзер минус. Ну там Снут дерется с хатой, что ты делаешь, Снут, ё-моё. Что за ошибки от игрока уровня такого дешевого, блин. И Лейзер Снуту-то принимает здесь. Вообще, посмотрите, рабов больше, всего больше. Это победа, судя по всему. Точнее, это пока не победа, но для Снута это провал. Провалил он пуш сейчас просто наглухо. У Снута муолингом нет, то есть дотекания не было. Здесь грамотно Лейзер делал, что отходил там, где нужно было, подходил. Здесь Снут на муверову счастливает 40. Там 39 на 57, уже чуть ли не 20 лимита разницы, еще и Реводжером подбочил. Я не понимаю, почему вот эта крутая тема Реводжером так делать. Почему это этим все не пользуются, я вообще понять не могу. Ведь это же реально в порядке. Уснуто вышел прирост, а он пишет ГГ, потому что его недостаточно. 1-0 Лейзер, ребята. Ну что же. Быстрая ЗВЗ, хорошая ЗВЗ. Пользователь в Чкосмос активировал премиум на ваш канал. Чкосмос, спасибо, ВВ Космос. Ну, инфеста Террена с помощью быстрого каста, естественно, эффективно выкидывать, как бы это так и делалось всегда с эргами, как бы. Фаерболы.
Вторая игра, ребята, Элейзер Снут. Элейзер 1-0 уже ведет. Снут начинает с мейна. А нет, Элейзер начинается. Вот нет, Элейзер с хаты, Снут с мейна, да. Спасибо, ребят, всем за поддержку. Сегодня, блин, сегодня с премиумов. Просто уже 8 человек подписалось на премиум. Спасибо всем. Ну, а по другим фронтам вообще что-то слабенько. Но в любом спасибо в случае ребят. Стримов сейчас маловато, честно говоря, как бы. И в середине, точнее, начало сентября будет, ну, не слишком-то, в общем-то, жирным по стримам. Вот с 13 числа, как я вернусь из Москвы, уже да, будет больше значительно. Сейчас либо там лает, что-то бунтует, бушует. Так, два Бэйна морфится сейчас, линги тут хатку подгрызли. Пытается Смут тут развести, как бы, Бэйнами и лингами нормально дэмэдж нанести. По рабам уже в плюсе, ну хата, кстати, у Смута до сих пор-то не делается, что самое интересное. Вышла королева, так, дроны уходят на мейн, королеву Снут загрызает, окружает сразу же. Элейзер не готов. Сопротивление пока не оказывает. Бейны заходят. Наверное, зачем два Беллинга сейчас отдал Элейзер? Это может ошибкой быть для него. Это может быть проблемой для него, я бы сказал. Королеву пытается догрызть Снут. Королева выживает на одном хп. Как же везет Элейзеру здесь. Это чудеса просто на виражах. И смотрите, Ира Квин, да, согласен, на одном хп. Ну что, у Лейзера сейчас муфлингом будет готов, у Лейзера про Беллинг Неста нет, но и Лейзер уже сравнялся в рабочем со Снутом, и у Снута хата только-только начала строиться, здесь эволюшн какой-то пошел странный у Снутика сейчас. Так, линги приходят, начинают подгрызать, видит и Лейзер лингов оппонента. Беллингом пока не собирается бой принимать. Мимо королевы, мимо лингов пробегает на мейн. Нужно минуснуть хотя бы парочку дронов попытаться. Но заставить кататься рабочих это уже хорошо. Снуту скоро мув тоже будет готов. Пробегает через весь мейн. Так, здесь пытается по частям лингов кого-то там уводить. Ну так, и выбежал всеми, смотрите, практически с мейна побегал. Несколько, пару лингов только потерял всего лишь и убежать смог. У Снута коготь, у Лейзера Беллинг Нес тоже эволюшн заказан. Понимает Лейзер, что Снут там какие-то грейды собирается делать. Но в итоге вровень примерно вышла ситуация после вот этих всех Снута. Беготни всей. И коготь у него раньше. Ну что коготь даст? Коготь законтрит армор там, если Лейзер будет делать, например. Ну будет Лейзер или армор вообще делать, я не знаю. Так, еще 10 лингов Лейзер делает. Так, третий Лейзер. У Снута тоже третий ставит. Снут, типа, третий хатки опережает Лейзера. По грейду. 60, так, 70 секунд здесь 27, то бишь разница 43 секунды, это неприятно, конечно, это долговато. Ну, Снута, ну, долго будет, в общем-то, преимущество по этой атаке. Парабам, Снут уже опередил, что-то Снут вообще разбушевался, и лейер пошел. Ну, видно, ну, вот Снут умеет переходить макро после своего куша, вот это очевидно, да, как бы, а Лейзер, ну, вот, как-то не очень подстроился по ситуации, у меня такое ощущение складывается. Так, пытается, ну,
прикрыть овера своего лингами. И прикрывает в легкую. Просто королева уничтожена, добегался. И лейзер, и ровер ушел. И лингов даже не потерял Снут. Но это фейлы уже от лейзера пошли. Таким образом Снут вперед выйдет абсолютно точно. И что же лейер? Что же лейер даст Снуту? Роуч Ворона пока не наблюдаю. А вот Роуч Ворон пошел. Такой-то 1, Т3, Т2, Т3 юнита. Так, Беллинги и Лейзера, Беллинги Снута здесь рядом находится. Снута много здесь юнитов, достаточно абсолютно для обороны. И Лейзер там разводит на Снутов, на взрывы Бейнов развел. Точнее, Снут и Лейзера разводит. Плюс 20 еще лингов и плюс 1 на роучи, на атаку пошел. Ну, короче, это все нормально. Ну, ты парабан плюс по всему плюсе. Ну, вот есть, смотри, база. Это хата, как бы, это Т1. А вот лейер, это Т2. А что еще есть? Хайт, правильно? А дальше думай сам. У других рас этого нет, но там можно примерно по ветке технологий примерно раскидать, как бы, да, что это и как. У зергов все четко. Можно на 100% утверждать, что так. У других там уже такие спорные моменты есть. Потому что не факт, что, да, там... Можно назвать что-то и Т2, и Т3 по эффективности уже, да, там по их. Ну, фролу чем делается? У лейзера что, лейер готов? Да, готов. А армур лингом делается, 1-1 будет в перспективе. Так, тут ну, что-то на беллингов напоролся. Ну, в это время Роуч, посмотрите, проходит из прохода. Вот из этого, из узкого, ну, специалиста себя считает по узким проходам, я так понимаю. Реводжер доделывается, становится главой просто банды этой. В это время Линга Беллинги сверху Снута заходит. 119-93, ребят, ну, это 1-1 абсолютно точно. Здесь лингами это просто неотбиваемая тема. Падает все, пора писать ГГ. Что и делает и лейзер. Ну, здесь Снут четко провел пуш. Казалось, что и лейзер, наоборот, в плюсе после него вышел. Но Снут грамотно реализовывал дальше и в общем-то, победил. Ну, вот и хост третьей игры. Точно не последний. Так, ну что, Б5, 1-1, ребятки, погнали далее.
Так, ребят, прошу прощения, я что-то завтыкал, а здесь Снут уже жрет своего оппонента лингами своими. Причем Лейзер три хаты пул играет билд, и сейчас просто Снут грызает хату вторую, пытается убежать, брудлинги его настигают, начинают кусать лингов за лапы, но они ушли. Не будет ли Снут забегать на мейн, вот это вопрос. Если бы он сразу забежал, мне кажется, вообще замечательно было бы здесь для него. Так, плитки лежат, чтоб не застроили. Рампу вот так, чик, и все. Можно сверху застроить. А то раньше так и делали постоянно. Так, ну что-то бегает зад-вперед, посмотрите. Сгрыз Лейзеру вторую. Зашел наверх. Ничего не понял вообще, что происходит, и убежал назад. А у Лейзера была третья, что самое интересное. И в итоге у Лейзера все нормально, у Снута есть Беллингнесс, он от чего-то обороняться тут собрался. А Лейзеру и не надо никуда лезть. Вообще клоуны. Просто, блин, приколы, конечно, творятся. Так, тут что-то и Лейзер начинает. Силнаги занимает, все правильно делает. Силнаги помогают контролить его очень-очень хорошо. У Лейзера Роуч Ворон уже. Ну, по рабам, правда, он отстает. То есть Снут впереди, Снут ставит третью. Лейзер это видит прекрасно. Блин, ну и Лейзеру просто СЗ сейчас, если зажать, он, по, мне кажется, опередит ту рабочим почему-то. Так, Линда схавал. Так. Ну да, тут ни у кого не лагает, а у чела лагает. Бывает и такое. Инъекции у Снута идут. Лейзер, посмотрите, Снута опережает сейчас по лимиту серьезно очень. 46-13 по боевому. Есть уже где-то с десяток. Один с Роучи и 8 еще плюсом строятся. И Лейзер видит, что у Снута даже оверов нету на центре, чтобы законтролить это все. И он двигается вперед своим гигантским количеством Роучи просто. Смотрите-ка. В обход всех оверов Снута. Реведжеры пошли. И еще и линги дотекают сюда, и лейзеровские. У Снута плюс один не будет, готов грейд. Так, реведжер готов. Часть роучи сзади еще пока у лейзера находится. Не успевает подтянуться. Ну, тут уже группа хорошая подошла. Беллингов у Снута просто нету. Недостаточно беллингов, чтобы нормально бой принять. И лейзер реведжеров еще мортит. Правда, одного Снут успел отменить. Ну, второй-то доделался. Но это 2-1 в пользу лейзера, как вы видите. Я думаю, я уверен, точнее, что Снуту здесь не отбиться. Это здесь просто в мясо сминает своего оппонента сейчас. Ничего Снут сделать не может. Не слава. Ну,
Ну что, следующая игра, погнали. Так, ребят, вторая игра. Пока вторая, четвертую уже, прошу прощения. Снуд проигрывает 1-2, апофеоз у нас карта. Ну, посмотрим, что в итоге в этой игре будет. По времени, в принципе, еще пол седьмого даже нету. Ребяточки, ребяточки. 2 минуты игра идет. Ну, пока хаты строятся. Билды идентичные, видите, по рабам, по лимиту, все пока ровно. Ну, сейчас начнутся скачки небольшие. Заказы королев там и так далее. Ну, в итоге 26 мы получаем лимита, но Смут делает так. Смут делает 6 лингов, хватит 6 это вообще. Сгрызалите, что ли, какое-то? Вэлент Нест пошел.
Ну, посмотрим. Просто как бы, если ты делаешь 6, надо, наверное, продолжать тогда маситься. Ну, Снут не продолжает маситься совсем сейчас. Он делает овера. И еще 6 лингов. Да, пошло. Улын от Снута идет полный сейчас просто. Получается, как бы. То есть он вроде как играл билд с хатой, но решил вперед пробежаться, сагрессивничать. Беллинг нас через 13 секунд будет готов. Здесь вот 4 линга оставить, заморфить бейнов их просто и врываться вперед. Видит элейзер лингов, ну то прекрасно, я бы на его месте даже плетку, наверное, бы впилил бы сейчас. Видит Беллингнесс пробегает, и все, это вперед двигается. Нет, плетки никакие элейзер не ставят, очень странно это. Что он делает-то? Он вообще тормозит сейчас, ё-моё. Похоже на 2-2, ребят, ну не факт еще, конечно, 20 на 9 по лимиту, то есть, я не понимаю, лейзер пробегал, видел здесь лингов сныканных, и здесь линги за ним гнались, и Беллингнест увидел, и вообще никак не отреагировал, просто никак. Ну это бред полный, я вам честно скажу. Что он хотел сделать, я даже затрудняюсь сказать вам, ребят. Так, ну, кстати, королевы в позиции неплохой, здесь бьются, я вижу. Ну, лингов многовато слишком, у Снута подбегает сюда. Королева все-таки одна падает. Вторая, куда беллинги взрываются? В никуда вообще у Снута сейчас. Так, ну второй Снут все сминает. Ну, у лейзера много рабов осталось. У него почти как у Снута сейчас. Но Снут закончил пуш, насколько я вижу сейчас. В данный момент. Взрывает лингов не слабое лейзеры сейчас. Так, переход в макро идет. Не стал Снут улынить полностью, ну. Кстати, реакцию Снут демонстрирует хорошую, какой удар очередной по лингам прошел. Ну, Снут третью хату строит, лингов потратит еще на 5 рабочих у него, в принципе, больше, то есть, ну, ситуация очень даже неплохая. Здесь пытается лейзер Бейна подменить. Ну, отменил одного, второй доделался, ну, там он пару или три или два линга подрезал всего. Элейзер пытается контратаковать. У Элейзера коготь, кстати, будет готов сейчас, что самое интересное. То есть с когтем его линги будут лингов Снута просто разваливать мясо сейчас. Так. Лейзер вовремя не отреагировал, но Снут тоже вовремя не отреагировал. Это крайне опасная сейчас была такая штука. Так, Беллинг вообще впустую сейчас взорвался. Лейзеровский, точнее Снутовский. Ну, все, еще идет битва такие тут. По несколько лингов друг с другом бьются сейчас. Лейзер пробежать пытается. Да, сделались два Бейна. Лейзер с ними бой не принимает, заходит тут. Ко второй базе Снута. Больше лингов не достраивает. Рабочие пошли. Теряет на Бейнах что-то многовато. Контроль, мягко говоря, не идеальный. Снут сразу же дронов на золото переводит. Он понял, что кончился пуш. Такое у меня ощущение. И опять вышло солнце. Так, Беллинг взрывает Снута лейзеру королеву, но и лейзер держится. Здесь что-то тут маслинги бегут сюда. У лейзера 1-1 скоро будет уже, ё-моё, 1-1 это уже серьезно. Но главное, чтобы Снут прямо вот сейчас точку не поставил в этой игре. Тогда я думаю, что у лейзера все шансы есть на успешное продолжение. Вот, смотрите, на 10 дронов у лейзера больше. По рабам сейчас будет... Точнее, по боевому лимиту, конечно, меньше намного, но 1-1 грейды милишные против 0-0 линги, против лингов, это на самом деле катастрофа для лингов Снута, а при таких грейдах вообще просто замечательно здесь драться будет лейзер, но что-то Снута многовато. Ну, с королевами-то лейзер держит, знаете, 1-1 готовы просто грейды сейчас. Вот врываются бейны, трансфьюзов будет ли достаточно, я не знаю. Лейзер пытается линга пока сохранить здесь.
Так, Бэйны взрываются. Дроны падают, сейчас еще дроны взорвутся. Очень неприятный момент. Неужели Снуп дожал и лейзера? Я пока не понимаю, Линги выходит, и лейзер все. И дронов потерял, и Лингов потерял. И Снуп с 0-0, 1-1 дожимает. Ну что ж такое? Это пьёльная печаль? Пьёльная просто печаль. Для Элейзера, конечно. А для Снута надежда втащить еще. Хата падает, остается пустое место здесь. Элейзер, несмотря на свои грейды, все равно втащить не может. Слишком большой у Снута прирост. Снут там уже четвертую хатку ставит, как вы видите. ГГ 2-2, пятая нужна нам решающая. Ну что же, напряжный такой финал получается. Ждем хвост. Так, ребят, пятая, решающая, 2-2 счет. Снут через пул первый начинает, пул первый газ, хатка, потому что Элейзер мешал, кстати, хату поставить, а Элейзер хату ставит и газ пул. Ну, Снута королева, значит, на раньше будет. Очевидный, да, такой момент это. Так, на мейне 16 дрончиков.
Здесь два дрона прибегают, пытаются лейзеру подгрызть рабов, ничего не получается. Лейзер газ запилил, отменил 6 минералов, потерял. Так, 12, слушайте, два раза он что-то отменял там, я так понимаю. Вначале, видимо, через отмену играл. Ну, в итоге на два рабочих и лейзер в плюсе. Ну, Снуд добавляет дронов, еще тоже. Лейзер делает лейер. Что это за лейер? Это лейер для, видимо, шпиля. Значит, ЗВЗ Нидус я тысячу лет не видел. ЗВЗ вообще Нидус не очень-то решает. Ну, почему? Потому что если оппонент просто то же самое будет делать, он в легкую отобьется. Если поймет. Хотя бывает ситуация, они не так просто понять, и Нидус тоже проходит, как бы. Снута третья хатка, Снут не знает про лейеры лейзеровские. Мув почти одновременно будет готов. Так, лейзер что-то много лингов там закалывает. Так, лейзер забегает своими лингами, пытается Снута на Бейнов развести, разводит на Бейна на одного, второго пока не отменить, не убить. Так, ну тут наглый лейзер очень действует, смотрите-ка. И смотрите-ка, развел Снута сейчас вообще не слабо, по-моему. А что лейер, для чего лейер-то по итогу? Меняет Снут хатку. И лейзер Бейнов подгрызает Снута. Заходит королев грызть. Бейлинги куда-то криво там проходят. Куда они идут? Но все равно, кстати, лингов Снут у всех отменяет. Королевы обе падают. Ошибка от Снута в обороне очень серьезно. И у Снута гигантские проблемы, я вам скажу. Сейчас все, что нужно сделать Лейзеру, по-моему, шпиль. Выйти в мутку бы его. Хотя мутка это долго. Может, даже в роуче проще было бы. Так, лед пошла. 35-30 по рабам. И Лейзер сам. Вот зачем Лейзер это делал? Понять не могу. А вот шпиль пошел, наконец-таки. Короче, устаканилась здесь игра, ребят, немножечко. Смут делает плюс один роуч ворон. Третью хату восстанавливает. Лейер даже не заказан, а у лейзера уже шпиль готов. Посмотрите, то есть у него сейчас муталиски пойдут. И я бы на его месте просто замасил бы эту мутку бы сейчас. И, по-моему, у него все вообще бы круто было бы. Но он 4 строит, будет масть или нет, я вообще не понимаю. На третий газ не добавил сразу. У Снута много роучей делается, возможно, Снут даже... Так, 11. Возможно, Снут хочет даже вперед пойти. У меня такое ощущение вообще-то складывается. И лейзер муткой сразу вперед полетит, интересно, или нет? Так, муталисками ищет овера. Вот одного находит. Находит еще одного сверху. Ну, не знаю, ребят. По-моему, Лейзеру имел смысл подкопить немножечко муталисков. Он не стал подкапливать, делает коготь. Сейчас Снут просто накопит роучи королев, например, и сможет что-то сделать. В итоге, например, пойти в атаку против муталиста с стеком всем этим. Ну вот лейзер как мутку мать. Смотрите, какой поздний газ на третьей базе. Уже можно было добывать его давным-давно, мутки еще больше иметь.
Так, летает ЛР со своей муткой. Бейлинги строится. Надо тайлинга бейлингов выходить. Парабам 57-40, ё-моё. А что Смут собирается делать? Я вот что-то понять не могу сейчас. У него до сих пор нет лейра, у него маскара... А, он собирается королевами, реводжера, роучами, лингами, всем этим бредом вперед пойти. Ну, посмотрим, посмотрим. Да если лейзеру еще плетки, 3 штучки 3 добавить, чтобы встречать по центру, и вообще для Смута будет печаль полная. И лейзер там делает гидроден, естественно, не для гидры, для того, чтобы в люру выйти, он хочет именно вот так вот сделать. И Смут ломится вперед своими королевами сейчас. Что помучить? 14 муталисков, у Смута 10 королев. 14 муталисков не смогут 10 королев подрезать, очевидно. Но и лейзер правильно делает, он в тыл к Смуту заходит сейчас и начинает встречать юнитов, которые идут вперед сейчас у Смута. Так, королев подрезает, все подрезает, еще это кроуч подрезает, еще одну королеву подрезает. Здесь у нас 3 королевы, линги, беллинги, все это стоят, встречать будут. Так, еще 20 лингов и лейзер делается. 23-33, Смута намного больше боевого. У меня такое ощущение, что и лейзер сейчас и затерпеть может здесь вполне. Так, ну надо пытаться минуснуть королев. Сейчас пытается и лейзер это сделать. С хайграунда всех минусует, на лоуграунде тоже минусует. Нет, и лейзер здесь... Ну как, он оторвется, но не без потерь. Смотрите, сколько юнитов Смута прорывает. Ё-моё, какое количество лингов. Роучи, все это врывается сюда, на второй базе проблемы, на третьей, на мейне, везде проблемы у лейзера. И лейзер пытается сплетануть мутку на два фронта сейчас. Если Смут убьет тут всех рабочих лейзеру, то лейзеру плохо будет даже с таким преимуществом. Так, ну и лейзера боевого больше, но дронов 50 штук он сейчас стреляет. 50, ё-моё. Третью хатку теряет, и придется муткой в лоб сейчас драться лейзеру, это факт. Так, 73-74, мутка и лейзера двигается вперед. 7 королев встречает, ну 22 муталиска, 22, Карл. Принимай бой, лейзер, смотри, сколько королев, здесь не так уж много, Смут не успевает трансфьюзиться, и лейзер в лоб, конечно, сминает всех этих королев. Пытается Смут контратаку уйти, да не улетай, ты мут из порок же наставит, ну ё-моё, чё ж ты делаешь, ты тормозила, ты ё-моё. И лейзер улетел, давайте муткой будем гоняться за линией. Ну это же и дебилизм, и лейзер. Неужели ты такой тормознутый, ё-моё. Какой муткой за лингами? Они же бегают быстрее, чем эта мута летает в разы, блин. Ну, и лейзер решил, что вот эти 22-1 муталиск, они всю игру будут неубиваемы. Нет, конечно, сейчас порок наставит, королев наставит, и все. Все, уже порок, смотрите, сколько Смут добавляет, ё-моё. И лейзер залетает, третий будет принимать бой. Так, с королевами бой принимает, вполне удачно. На спорку, на лом пошел, Смут трансфьюзит, но слишком много муталисков. Корку пробивает одну, вот эту тоже надо минусовать. Корки гораздо эффективнее королев против муталисков, естественно. Поэтому их нужно моментально забирать. Пытается Смут идти вперед. Сейчас и лейзер еще одну скорку забирает. Зачем ты так делаешь? Все скорки лейзер забирает. Здесь дома принимает бой. Но Смут его здесь разваливает. И что, беллингов у лейзера нету? Нет, беллингов нету. И опять он назад полетел. Куда ты полетел? Ты опять скорки сейчас он накопает здесь. Ё-моё. Что творит и лейзер? Хотя у Смута 18, так, у Смута 27 рабочих против 18 и лейзеров. Уже по рабам более-менее ровная ситуация, кстати, складывается на 10. Ну как ровная, по сравнению с той, что было недавно, она лучше значительно, как вы понимаете. Так, будет и лейзер контратаковать? Нет, он муткой пролетает. Проблема в том, что мутки-то все меньше и меньше, а... Так, залетает сюда, успевая до готовности спорок. Не понимаю, почему Смут не успевает тупо спорок наставить? Ну, просто надо запилить и окопать все. Но ресурсы не бесконечные у Смута. Кстати, здесь порки, по-моему, нету на мейне, что самое интересное. То есть можно просто принимать бой. Спокойно здесь бейлинги, линги и лейзеровские против смутовских дерутся. И лейзер пробревает все. Принимает бой. Но Смут, кстати, сбрил его сейчас. И опять и лейзер назад летит. Но и лейзера уже почти вровень рабочих со Смутом. Так, линги, беллинги туда-сюда взрываются. Падают все 14 лингов, и лейзер что делает? У Смута делается армор. У лейзера хоботь, кстати, есть, у линги сильнее Смута были лингов недавно буквально.
Ну все, теперь надо лететь добивать 61.40 по лимиту, и лейзер еле-еле, ну, отбивается, но... Сможет или продавить? Да, конечно, сможет здесь. Так, три спорки перекапываются. Летает и лейзер. Пытается минуснуть спорку. Смещается к королевам. Пытается минуснуть королев. Королев не заминусовал. Здесь дистанс майнит уже хоть по... А, ресурсов нет, уснутали. Лейзер это понимает и блочит добычу просто. Как нет? Ну, второй-то есть, но в будущем, ближайшем уже не будет. Так, здесь две спорки. На две спорки наламываться, я думаю, не стоит. Бейлингов морфит сейчас лейзерчик. Надо отвести, конечно, вон дроны под спорками стоят, и лейзер накидывается, их принимает в хлам. ГГВП пишет. Снут, ребятки, лейзер победитель. Молодец, не ожидал, что он снутло пробреет, но лейзер готовится, готовится к предстоящим турнирам в будущем. Короче, ребят, я закругляюсь. На сегодня все. Поеду в деревню, естественно. Как я обещал. Вот, завтра меня не ждите, есть только вечером. Я буду... Запись выложена будет на YouTube. Всем за внимание большое спасибо. Увидимся, ребята. До новых встреч. До среды, я думаю, еще до отъезда в Москву будет стрим как минимум один. Так что всем пока.